Всем здорова, ребят, добро пожаловать в Море Воров. Меня зовут Мурма, и в этом ролике я хочу поблагодарить каждого, кто смотрит меня, кто выбрал меня, приходит на стримы и просто жму руку, спасибо вам огромное. Ну а теперь тема, значит, следующая. Я думаю, вы уже знаете, о чем это будет. И это новый Twitch дроп с 24 числа. Эти дропсы непростые, они очень редкие. Это всеми любимый Obsidian Sixpack. Теперь разработчики, COZivs раздают, значит, удочку, носовую фигуру и пушку. Я всем советую зафоловиться на Twitch и получить эти скины. Теперь я подробнее расскажу, как это все провернуть, чтобы у вас все получилось. Мы заходим на официальный сайт игры COZivs. Нам нужно залогиниться под своей учетной записью, то есть логин и пароль. Сюда заходим и нажимаем «Моя учетная запись». У нас открывается новая вкладка, где мы спускаемся в самый низ, и у вас здесь будет Twitch. Будет написано «Привязать страницу Twitch» или что-то такое, там аккаунт. Мы просто привязываем, и следующая наша ступень будет — это перейти 24 числа на Twitch-канал. Переходим на мой канал на Twitch'е. У вас будет кнопка «Зафоловиться», и 24 числа, к примеру, в 12 дня я запускаю стрим, вы заходите, смотрите 20 минут и получаете один из скинов. На следующий день это следующий скин, и там, а послезавтра это уже будет третий скин, естественно. И тем самым мы получаем все три скина. Ну и пользуясь случаем, у меня появился второй канал, где я буду выкладывать различные игры. Он называется Мурма. Все ссылки я оставлю в описании, кому интересно, заходите, буду всем рад. Желаю каждому побольше обсидиана, на связи как всегда Мурма, и пока-пока.